Меня зовут Хармян. Я родился на ферме и работаю с Uniform Agri почти 30 лет. Компания создает программное обеспечение для специалистов молочных ферм, которым они могут полностью вести работу со всеми животными, составлять разные отчеты и списки действий для эффективного устранения различных проблем, которые могут возникать на ферме. За 30 лет работы Uniform Agri имеет более 10 тысяч клиентов по всему миру, которые ежедневно используют наше программное обеспечение. Мы их всех хорошо знаем, знаем, что они могут чувствовать при снижении цены на молоко, понимаем их переживания и стараемся заботиться о них. Почему фермера выбирают Uniform Agri? Потому что этот продукт хороший и качественный. Мы действительно прикладываем много усилий для того, чтобы менеджмент был как можно проще. Uniform Agri синхронизируется с разными доильными залами и системами выявления охоты. Мы идем в ногу с современными технологиями, имеем мобильную версию программы, которая охотно пользуется фермера. Большой нашей особенностью является синхронизация с национальными системами идентификации животных, лабораториями и учреждениями контроля качества молока. Это ценится пользователями уже на протяжении 30 лет и будет цениться в будущем. Мы ведем бизнес во многих странах и поддерживаем наших клиентов на более чем 25 языках. Сервис очень важен для нас. Всякий раз, когда у клиента возникают вопросы по программе, наша служба поддержки помогает в их решении. Мы периодически выпускаем обновления программного обеспечения и предоставляем его пользователям. Именно поэтому у нас долгосрочные отношения со многими нашими клиентами. Как насчет будущего? Будущее трудно предсказать. Главное всегда идти по пути инноваций со здравым смыслом. Успех нашей международной команды заключается в знаниях в области молочной промышленности и области IT, которые соединены большой любовью к молочной сфере. Именно за этим стоит будущее. И именно такая тактика позволила нам войти в тройку лучших разработчиков программного обеспечения в мире.